Здравствуйте, с нами сегодня главный тренер хоккейного клуба «Намат» Мамбет Алиев Галым. Что скажете насчет сегодняшнего матча? Ну, игра была сложная, тяжелая. После вчерашней победы сопернику надо было брать реванш. Ну, ребята понимали, старались, хорошо играли, в принципе. Одна ошибка, один гол, вот и решил это все. Курьезный гол первый был. Ну, ребята все равно доиграли до конца, сравняли счет. В принципе, мы довольны, как ребята играли. Молодые ребята сражаются, молодцы. Вчерашняя игра совсем отличалась от сегодняшней. Вы вчера играли лучше, у вас больше получалось. Сегодня вам чего-то не хватало? Вчера, по-моему, такая же игра. Просто свои голы забили в этой игре. Не забили. Ну, меньше моментов было. Да и у соперника не было моментов. Если так честно. По углам катали все. Ну, получилось. Первый гол все решил. Именно курьезно это было. Ну, вратарь чуть ошибся. Ну, ребята молодцы. Не пали духом и дальше продолжали играть. Сравняли счет. И могли выиграть в конце. Ну, не повезло чуть. Где-то недотерпели именно в овертайме. Спасибо вам большое, удачи. Всего доброго.